Мои дорогие, всем привет! Посмотрите, что я приготовила. Сегодня я сама приготовила эти прекрасные ребра. Я сделала сама соус. Я снимала процесс приготовления. Я не знаю, буду его выкладывать или нет. Посмотрим, как он получился. И отсюда уже будем плясать. О, блядь, какая камера. Все, ура! Смотрите, я здесь все расставила, ну, как есть. Ребят, честно, сегодня стол, ну, такой не супер нарядный, но я сама делала крылья. Ой, крылья. Господи. Я сама делала эти ребра. Вот, помните, как-то я давным-давно делала ребра. Я помещу вот тут вот ссылку. Можете пройти посмотреть. Они получились не очень, они получились, знаете, такие немножко суховатые. Эти другие, я делаю их по другому рецепту. Рецепт я прикреплю в описании. Ну что, давайте начинать. Слушайте, я очень голодная, если честно. Сейчас 9 вечера. Я их готовить начала с 7, там, с полседьмого. Все, короче, начинаем, да? Давайте. Посмотрим. О! Вроде ничего. Угу. Слушайте, в этот раз они получились то, что надо. Угу. Мясо. Ребят, готовила я где-то часа два с половиной. Ну, по-другому, мне кажется, они просто получаются твердые. Заморочилась. Хотела же пиццу снять. Но потом думаю, блин, пиццу неохота есть. И решила ребра. Знаете, они сами по себе, ну, не супер жирные, поэтому, ну, не суховаты, но жирка бы. Но намного лучше. Вкусно. Ребят, о чем хотела поговорить?
Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто подписался. У нас же почти 3000. Честно, для меня это много. Это очень приятно. Спасибо большое. Второе. Я здесь вот помещу вопрос, который задавал подписчик. Он спросил о том, почему я выбрала психологию, когда пошла учиться. И я точно не помню вопрос, но отвечу по-своему. Типа, почему я не стала психологом? Лучше найду. Да, ну, в общем, там было два похожих вопроса. Почему я пошла вообще учиться на психолога? Тут нужно понимать, да, какой человек. Я всегда была очень общительная, открытая. Любила общаться, давать советы. И вот поэтому я решила, что пойду-ка я на психолога. Ну, типа, что вот какая я. Общительная. И исходя из этого, что вот я люблю людей, я пошла на психолога. По итогу поступила я на психологию. И в процессе я понимала, что, знаете, сама тема очень сложная. То есть нужно очень много учить, очень много читать, чтобы грамотно кому-то помогать. Я сталкивалась с тем, что я понимала по-своему материал, не так, как надо. И, ну, в общем, может быть, сейчас мне было проще. Но тогда я не до конца просто осознавала вообще. Ну, и к концу обучения я поняла, что я не смогу быть как, допустим, врач. Потому что говорят, что, ой, психология там. На самом деле, хорошего психолога очень сложно найти, потому что, ну, это особенный человек, который понял и осознал кучу материала. В общем, я бы не потянула. Смотрите, какой. Я бы не потянула такую работу. И даже, знаете, чисто эмоционально. Потому что ты вот, ну, как бы каждый день выслушиваешь чьи-то проблемы. А зачастую они бывают достаточно серьезными, да? Ну, в общем, вот если как бы у вас есть мысль идти учиться на психолога, нужно к этому относиться не так, что, ой, какая-то модная профессия, а к тому, что это врач души, это врач мозга. Поэтому, ну вот, у меня не получилось. Может быть, с течением жизни я к этому вернусь, но пока нет. Училась я на психолога, поняла, что я, ну, не смогу пойти сейчас работать, да, там, психологом, я не хочу работать психологом, я подумала о том, куда вообще идти, как и что, вот, и я пошла работать с детьми, как педагог, проработала я 2 года,
А с детьми тоже работать сложно. Просто очень много отдаешь. И то есть дети, они, чтобы завладеть вниманием ребенку, ты должен полностью отдать себя ему. Тем более, что хочешь чему-то его научить. Короче, поработав педагогом, я поняла, что, ну, как бы, эмоционально я выгорела. Но я очень много работала. Могла работать по, ну, там, не знаю, с одним выходным в неделю. Это очень, ну, как бы, тяжелый график. Потом я поняла, что надо двигаться дальше. А куда идти? Я стала думать, куда я могу пойти с своим образованием психологическим. Я выбрала сферу HR. Потому что HR это такая, ну, типа, ты психолог в какой-то степени, но в то же время ты в офисе сидишь, у тебя бизнес, какие-то задачи, тебе не нужно там никого слушать, плачь. Я решила. Слушайте, хорошая этим. Я решила пойти на психолога и... Ой, на HR. Ну вот, проработала я 4 года. Ну, если честно, ребята, тоже, знаете, какое-то выгорание наступило со временем. Я поняла, что, ну, вот дальше сидеть, работать HR я не хочу. Вот видите, такой человек, то есть я понимаю, что я не могу, не хочу. Я ищу что-то новое, иду дальше. Но есть те люди, кто вот в одной профессии всю жизнь работают, вообще я таким завидую. Я как бы, видите, я познаю, и мне просто уже, знаете, приедается очень сильно. Ну вот, ушла я из профессии, и вот сейчас занимаюсь дизайном сайтов, но я снимаю активно на YouTube. В целом, если говорить о том, что мне действительно нравится, их это снимать и монтировать. Мне прям, знаете, я в своей тарелке. Но никогда нельзя, знаете, на что-то одно ставить, что вот я буду там, не знаю, блогером, у меня все получится. Потому что может не получиться, могут там, не знаю, ну, может все что угодно в жизни случиться. И такая профессия, как блогерство, это, ну, достаточно нестабильная, если ты там не знаю, миллионы не зарабатываешь на этом. Ребят, наелась. Ну, знаете, может, чуть передержала. Угу. Так, в целом, вкусно. Сегодня, вы знаете, такое видео домашнее. Я особо не красилась. Без улыбки сегодня, потому что что-то, знаете, устала. И вообще сейчас осень. Какая-то адская слабость. Поэтому, ребят,
Нет, сама не обижайся. Все сегодня так, без эмоций. На самом деле очень рада, что вы меня смотрите, подписываетесь. Если ты меня смотришь без подписки, сейчас подпишись. Это правда поможет развитию моего канала. Подписывайтесь, кстати, на мой телеграм. Там я выкладываю свои любимые фильмы, фоточки, больше. Всем пока.